ульи засыпаны. Такие шапки. Чё там внутри творится? Понятия не имею. Живы ли наши пчелы? Не живы. От этой влажности. На дворе декабрь. А на улице все таяло. Пчелы всего, больше всего влажности боятся, сырости. Вот и переживаю, выживут, хоть что-то выжило бы. Вот эти два улика пустые, там ничего нет. А, нет, в одном здесь рамки лежат. Пустые. Вчера было плюс один, все таяло. Сегодня минус 4, ночью минус 6. На улице гололед страшнейший. И все замерзло. Заваливает нас капитально. Что-то мы уже потеряли весь энтузиазм с от этого снега. Кто-то из вас пишет, что у вас совсем снега нет. Дожди где-то идут. А мы что-то уже не особо так рады этому снегу, потому что только почистишь, сзади уже все заваливает снова. Фух. Снег отнимает все время, которое нужно уделить другой работе, потому что приходится все бросать и идти чистить. Вот сейчас прошел трактор, дорогу почистил. Сейчас нужно в город съездить, пока снег не дорогу не завалило совсем опять. Вот в эти окна надо успевать сделать кое-что. Но несмотря на это, мы продолжаем радоваться жизни и быть благодарными за то, что имеем. Слава Богу за такую погоду. О, крышу как прыгнул. Все сломает. Сегодня у нас мама Света именинница. А что тут такого? А? Что тут такого? Ничего. К сожалению, день рождения только раз в году. Та-т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 а. Где? Да все собак поднял, у соседей собака сорвалась. Прекрасно. Кто-то зиме радуется, кто-то лету радуется. Я вот жду быстрее, чтобы весна пришла уже. Единственное время года, когда поздняя осень, меня не радует. Ой, меня тоже. Дожди идут. Вообще слякоть. Остальное время года меня радует. Зимой мне... снег падает. Мне нравится весна. С горки на лыжах можно покататься. Были бы ничего. Весной цветочки расцветают. В огород можно прийти. Какая позитивная ты сегодня. Да я вообще-то каждый круглый год позитивная. Круглый год. Нет, я всегда. Ты молодец. Любому времени года рад была. Летом это вообще прекрасная погода. Золотая осень тоже ничего. Вот золотая осень, это круто. А это красиво. А весна, это когда все тает, птички поют.
купила еще. Топчик купила. Теперь-то ездим? Никуда? Ну там две, около трех булок. Хватит нам, да? Ну, девчонки сейчас придут, да помогу. Ну, не трогай, поехали. Сейчас куда? Ж4 там. Бабушки и Надя. А что тут 4? Куда-то надо было время сделать 4? Там Оксана тоже должна приехать. Мне же надо ее передать. А, сюда? Да. Мы договорились где-то 4-го, 4-го. Кстати, хочу сказать для вас новость. У Светы есть сестра, она двойняшка. У нее сегодня тоже день рождения, потому что они двойняшки. Но они не близнецы, они просто двойняшки. Это разные вещи. Вернее, разные люди, хотел сказать. Да, разные. Следующая остановка — магазин «Пятерочка». Сейчас возьмем фруктов. Дети просили фрукты взять. А то все сладкое, сладкое. Надо чем-то разбавить эту сладость фруктами. И потом уже поедем домой. Конечная остановка. Сейчас на часах 16:56. Уже сумерки, уже 5 часов, у нас темно. Почти глубокие сумерки. Такие крупные они и мягкие, такие подгнившие. Я не стала. Я взяла яблоки, бананы. Да там фрукты вообще не очень. Но... надо где-то в других магазинах брать, но куда деваться? Это под боком. Бутерброды, сейчас будем еще фрукты нарезать. Сколько всего грамм? Столько всего наставлено, да. Да, еда. Суета-сует. А это что такое? Бардак снимаешь, да? Бардак снимаю. Видишь, какой у нас бардак? Смотрите, какой у нас бардак. Светка сразу. Ну что? Ты что, даже огурец купил? Два тортика целых. Вот объедимся сейчас с тортами-то. Прага. А этот какой-то бисквитный. Наверное. Сметанник. Там ни было, какая бы погода ни была. Продолжаем работать и готовиться к летнему сезону. Как говорится, готовься не летом, телегу зимой. Так вот, летом мы готовимся к зиме, а зимой готовимся к лету. Чем я сейчас и занимаюсь? Занимаюсь я тем, что делаю нуклеусный улей. Начал, по крайней мере. И сегодня я уже его буду продолжать делать. Вот такой вот нуклеусный улей у меня получился на 24 рамки. В общем, получается, это только начало. Внутренний корпус здесь будет. Пеноплекс. Ну, здесь крестики я поставил, где у меня литочки будут.
Внизу и вверху. Три сюда и два туда. С той стороны, потому что здесь с перегородками. Получилось у меня тут раз, два, три. Три отделения на 5 рамок и 2 отделения на 4 рамки. Ну, 23 рамки влазят, если перегородки стоят. Если перегородки убрать, то получится 24 рамки. Вот, надо было немножко размер-то побольше сделать, тогда бы все были бы по 5. Ну, слава богу, то, что есть, то есть. То есть, вот эти перегородочки достаются. Вот так вот. И потом можно соединить семью, допустим, можно побольше семью поставить. Тут, допустим, 8, здесь 12, ой, 10. Или можно вообще тут до сюда семью разделить. Здесь маленькая семейка нуклеус, тут побольше. Или так. В общем, тут можно играть рамками как хочешь. Сейчас мне останется закрыть внешнюю сторону, сделать литочки. Ну, один, может быть, или два с боковых сторон еще можно сделать литочки. Тут и там, на всякий случай. Вот. И потом будет крышка только останется сделать. Ну, еще под магазин здесь такая доска пойдет. Короб. Магазин тоже будет ставиться. На всякий случай будет магазин. Ну, мало ли где-то, если здесь будет просто семья сидеть, не маленькая семейка, то можно магазин поставить. А для чего его делаю? Для того, чтобы выращивать дополнительных маток. Чтобы мало ли, потому что бывают матки теряются по каким-то причинам. Бывает умирают, бывает, ну, всякие причины бывают. Чтобы были запасные матки, для этого и существует нуклеусный улей. Есть маленькие нуклеусы, отдельные такие коробочки. Но я решил сделать на полную додановскую рамку, для того, чтобы, ну, удобно было работать. Может, когда-нибудь другие сделаю, но пока вот так. Над чем мы сейчас и работаем. Друзья, спасибо каждому за вашу поддержку. Отдельное спасибо за тем, кто просматривает наши ролики, не выключая рекламу. Для нас это действительно особая поддержка. Ну и вообще каждому гостю, каждому зрителю, каждому подписчику. Мы рады, мы открыты. И добро пожаловать на наш канал. Если вам интересно наше видео, обязательно не забудьте подписаться. Ну и, конечно, спасибо всем за участие в развитии канала. Если вы смотрите, это мотивирует нас на новые съемки. Всем Божьих благословений. Оставайтесь с нами и до следующих встреч в следующем видео. До свидания.